турнире приняли участие 6 команд. По результатам группового этапа в стыковых матчах боролись за 5-е место команда из Орла и Красная Звезда из Калуги. Уверенной победы добилась калужская команда со счетом 49-32. Лучшим игроком в составе победителей стал Денис Карпунин, в орловской команде Даниил Алдошин. После поражения в полуфиналах в матче за 3-е место встретились хозяева площадки «Союз Юниор» и «Тимирязевская 2006». Первая половина проходила на равных, но затем московская команда уверенно наращивала преимущество и одержала разгромную победу 80-33. Лучший игрок «Союз Юниор» Никита Масальцев, лучший в команде «Тимирязевская 2006» Павел Колобков. В финальном матче сошлись «Руна Баскет» и «Тимирязевская 2007». Матч проходил на равных, но «Руна Баскет» сумела добиться преимущества к концу игры. Счет 68-51. Лучший в составе «Тимирязевской 2007» Роман Никифоров. В составе чемпионов лучший игрок Владимир Москаленко. MVP турнира «Планета баскетбола» его самым ценным игроком стал Григорий Веселовский из «Руна Баскет». Турнир очень хороший, мне здесь очень понравилось. Очень хорошие условия, площадка на все 5 баллов. И, честно говоря, вот то, что я выиграл MVP турнира, это сногсшибательно. Я, честно, не ожидал. По итогу игры пьедестал был занят гостями из Москвы. Первое место – «Руна Баскет», второе – «Тимирязевская 2007», третье – «Тимирязевская 2006». «Союз Юниор» из Десногорска на 4-й позиции. За ним расположился клуб «Красная Звезда» из Калуги. Замыкает таблицу команда из Орла. Нашим ребятам, нашим баскетболистам в Десногорске, было, моей команде, было полезно принять участие и играть против хороших, сильных команд. Они увидели, в чем нужно прибавлять, я увидел, в чем нужно прибавлять. И я думаю, это полезный опыт, и такой неоценимый. Даже проиграли, неважно, результат, главное, получили хорошую игровую практику. И я думаю, уже в скором времени мы хорошо потренируемся, поработаем, и уже в ближайшее время мы еще сильнее прибавим. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.